Отопление включат вовремя. На еженедельном брифинге мэр Магадана Юрий Гришан рассказал, что этой осенью рассчитывать среднюю температуру для включения тепла не будут. В отдаленных районах его дадут в начале сентября, а в областном центре к середине месяца. Связано это с тем, что в первый месяц осени специалисты предсказывают новую волну коронавируса и гриппа. Днем может быть и 15, и 14 градусов, а ночью может быть, значит, там 3, 4, 5. Но я говорю, что это связано в том числе еще с тем, чтобы люди у нас не застудились, не хапнули там вот эту вот болячку. И в миксе со всем остальным коронавирус будет выглядеть победителем. Котельные, наружные сети и ТЭЦ готовы к подаче тепла. Дать отопление планируют в первую пятницу осени, 4 сентября, рассказал Юрий Гришан. Потому что в это время большая часть людей будет дома. И в случае какой-либо протечки можно вызвать аварийную службу.